В апреле в России стартует День собственника, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». В период с 13 апреля по 13 июня управляющие организации проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием системы ГИС ЖКХ. Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении госуслуги.дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время. Скачав приложение, собственник дома, в котором проходит голосование, сможет ознакомиться с повесткой и проголосовать за выбранное решение. Система подсчитает голоса автоматически. Результаты пользователь также сможет увидеть в приложении госуслуги.дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. В Кировском районе стартовал месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика, сообщает районный телеграм-канал. К работе по уборке территории присоединились коммунальные службы, подрядные организации, неравнодушные жители, управляющие компании, ТСЖ, представители бизнеса. Запланированы работы по ворошению снега, уборке территории района. Планируется очистка рекламных конструкций, контейнерных площадок, вывоз собранного мусора. У военнослужащих есть возможность оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий СВО, сообщает администрация Самарского района. Электронное удостоверение аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг.